Бонжур, месье и мадемуазели. Мы все-таки наконец добрались до этой Франции. Сейчас находимся в городе Ницце. В этом отеле. Сейчас я вам его покажу. Хотя мне очень, по правде говоря, сложно это сейчас делать. Это мои мандаринчики итальянские, которые 3 штуки осталось. Остальные я по дороге все съел. И угощал моих, как его, людей, которые меня везли. Вот здесь, кстати, телевизор есть, не знаю, как он работает или нет, и какие на нем каналы, это мы тоже попозже узнаем. Значит, отель находится, насколько я понял, почти в центре. Я где-то 2 часа его искал. К сожалению, я не смог записать, как мы сюда въехали, и сам ночной город вам показать не смог, потому что батарейка закончилась. Сейчас я ее подзарядил, и поэтому, как говорится, жизнь продолжается. Значит, вот такой номер. В принципе, здесь чисто, красиво, в общем-то, уютно. Главное, есть вот эта постель, на которой я с удовольствием сегодня буду спать. Вот здесь такой шкафчик. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. В принципе, здесь ничего быть не могло. Ой, так, вот здесь такой вид из окна. Будем изучать, как здесь вообще. А вот Буффа называется эта улица. Руе, что-то Руе, Буффа. И сам отель тоже называется Буффа или Буффа или Буффа. Что, друзья, на самом деле сегодня был очень насыщенный день. И с самого утра, как я выехал из Сан-Ремо, так получилось, что, взглянув на карту, мне казалось, что, я не знаю, буквально там за несколько часов я доберусь до Ниццы. В общем-то, так оно, наверное, есть, если ехать на этом. Автобуса, кстати, оттуда нету, если ехать на поезде. Но я решил прогуляться по набережной, показать вам все эти красоты. И в конце концов дошел, сказать, практически почти пешком, но все равно все-таки 4 машины меня сюда довезли, за что я им, конечно, очень сильно благодарен, потому что приключений сегодня хватило с теми же полицаями, которые тормознули через, даже не знаю, как это место называется, в общем, когда или уже въехал в Францию, или при въезде в Францию на этом так называемом посту, вот, и выкинули меня обратно. После этого уже началось самое интересное. Но, несмотря на это, наконец-таки мы сюда добрались. Ой, ладно, друзья. Смотрите, Анзор ТВ. Мы двигаемся в солнечную Калифорнию. Пока.